На Байкале началась генеральная уборка. Добровольцы и спасатели собирают на берегах озера мусор. Кроме того, водолазы МЧС обследуют дно водоема и поднимают на поверхность затонувшие покрышки, медоломы и другие посторонние предметы. Уже очищено более 40 километров береговой полосы. Субботник – только одна из составляющих многодневной акции «Безопасный Байкал». Сотрудники МЧС из Иркутской области, Бурятии проверяют пляжи, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, инструктируют туристические группы. Большое внимание также к владельцам маломерных судов. Ежегодно крупнейшее в мире пресноводное озеро посещает более 2 миллионов туристов. И цель акции – сделать их отдых безопасным.